мы должны объединить нашу страну и наш народ. И как раз православие является тем духовным стержнем, объединяющим, который объединяет Западную и Восточную Украину. И самое главное, мы должны гордиться своей страной, своей культурой православной, украинской культурой. Значит, мы должны те обычаи, которые из поколения в поколение передавали наши предки, передавать своим детям, своим внукам, своим правнукам, чтобы духовная нить не оборвалась. Мы должны в первую очередь объединить наше общество. Значит, и самое главное, нам должна в этом помогать вера. Мы не должны забывать, что мы с вами православные христиане. И сегодня вот такой праздник прекрасный, идет сегодня литургия праздничная, звон колоколов с утра, поет хор, значит, храм наполнен атмосферой праздничной, в первую очередь энергетика от детей, от самых наших любимых прихожан, которые являются украшением нашего прихода. Это воспитанники нашей воскресной школы, единственной воскресной школы в Донецкой области стационарной. Это родители, дедушки, бабушки, крестные наших детей. Это прихожане не только Володарского района, и города Мариуполя, и Приазовья, потому что Свято-Покровский храм стал у нас такой жемчужиной Приазовья, который посещают на все праздники жители Приазовья. Мы нашли духовное понимание с батюшкой, с отцом Владимиром. И, конечно же, всегда с удовольствием и с успокоением, с эмоциями хорошими уезжаем домой, и вот хватает до следующего раза. Во-первых, тут красота, во-вторых, такая, знаете, энергетика. И мне кажется, вот я как-то более такая спокойная стала, ехала пока на эмоциях вся была, а сейчас более как-то это. Поэтому всем рекомендую, пожалуйста, приезжайте, посмотрите душу свою, как говорится, Господу Богу нашему. Ну и еще раз поздравляю всех. И самое главное – здоровье и мирного неба, чтобы наша Украина цвела, как она всегда цвела, и чтобы у нас наша Родина, наша Украина, наш дом, наша семья, чтобы мы всегда ее защищали, любили. Подарунки – це свято, та молю я не про те. Бережи матусю і татка, і хай рідний край цвіте. Миколаю, Миколаю, всі на тебе ми чекаємо. Приходи у кожен дім, щоб добробут був у нім. Я прихожу у Боженьки попросить, щоб не було війни, щоб всі були здорові. Днем свята!